Что они уже яму зарывают эту, я так понимаю. Уже землей закидывают. Неужели сделали? Да. Закапывают уже. Вроде бы как. Ясно, понятно. Сегодня 20 февраля 2021 год. На улице минус 4. Заглядываю что-то туда. А рядом яму кто-то будет зарывать или ждут, когда кто-то туда свалится? Наверное, зароют. А, ну да, кидают туда землю тоже. Занималась сегодня своими ножками. Делала педикюрчик. Все хорошо обработала. Почистила их. Но они мне, в принципе, всегда мягкие. У меня никогда не было там полопанных каких-то ног. У меня всегда ножки мягенькие были. Ну, просто как бы поддерживающие такое. Чуть-чуть почухать. Чуть-чуть кремом смазать. Я же говорю, у меня никогда не было, чтобы вот пятки полопанные. Ну, вот, розовые, как у младенца. Ножки у меня. Такие вот ножечки. Такие вот у меня ножечки. Красивенько немножко накрасила. Такие вот ножки. Ножки, ножки, ножки-поварёшки. У меня теперь вот такой вот перекус. Позавтракала я, как обыкновенно, там или чай, или кофе. Но сегодня был у меня кофе, небольшой бутерброд. А сейчас второй перекусик. Салат с огурцов и помидорчиков, синий лук, болгарский перчик. Ну, вернее, не болгарский, а вот этот длинненький такой, красненький. Такой, как с трючком длинным. Такой вот перчик. Помидорки. Мне очень нравится вот так вот синий лук. Конечно же, вчера купили колбаску, так что ж ее не съесть. А вот этот хлеб купили, это сами пекут в супермаркете, очень-очень вкусный. Почти как летом. Летом салатики. Зимой можно салатики. Вкусненько. Вкусненько, вкусненько. В такой мисяки просто удобно помешивать. Я там ее уж, конечно, не полную себе нарубала. Так. И кушаю. У меня в квартире, как всегда, темно. Вижу из окна, что там солнце шмалит во всю Ивановскую. А у меня даже лучик не попадает. А то утром чуть-чуть заглянула, а теперь вот такое, как потемки. Потому что выходит на теневую сторону окна. Ни солнца не вижу, ни белого света не вижу. Чтобы выйти за солнцем, надо на улицу идти гулять. Но сегодня пойдем вечером гулять в парк. Вкусно. Вот этот перчик. Помидорчик. Огурчик с луком. Колбасятина. Вкусно. Вкусно, привкусно. Ну, что-то я проголодалась. Ну, конечно же. У людей обед. А у меня только такой перекус салатный. Ладно, супик попозже съем. Вкусно. Очень вкусный салат. Вот так. Продолжаю кушать. Рыбку сначала обжарить.
Так, на горячем масле. Вот так раз. Ай, горячая, к сковороде притронулась. Вот так, в муке, в муке, в муке, в муке. И сюда всю. А, масло хорошо разогрелось. Так, сюда, сюда. Угу, мало муки. Можно еще немножко добавить. Угу, не добавляется. Вот так, все, хватит. Так, рыбку. Всю-всю-всю обжариваем. Всю муку. И сюда. Так, раз. И сюда обжариваем. С двух сторон. С трех, с четырех. Сколько сторон у рыбки, со всех сторон обжариваю. Рыбку всю пока перекладываю. А здесь продолжу жарить. Рыбка обжарена с двух сторон. Пока подождет. Вот. Обжариваю лучок. Потом добавлю туда морковки. Так. Томат положила. Вот. Ой, ложечка аккуратненькая. Остатки томата. Водичка. Вот так. Обязательно кипяточек. Обязательно. То есть никакой холодной воды. А только горячая. Вот так, раз. Вот. И выливаем. Вот так. Солим эту подливку. Обязательно солим. Не забываем. И приправы. Ну, кому что нравится. Я, например, черный перец. Как я уже говорила, я его готова везде сыпать. Так, а теперь делаем вот так. Оп. И перекладываем эту рыбку назад. Вот так. Вот. Вот все. И все. И она у меня тушится. Потом буду ее переворачивать только вот так вот. Потушится, допустим, здесь. Там вот так раз. Смотрите, как будет красиво. Это бомба. Я рыбу в любом виде люблю. Хоть вареная, хоть жареная, хоть соленая, хоть копченая. Рыба – это ж вообще полезная вещь. И любая рыба. Начинаю там то жирные сорта, то нежирные сорта. Я любую люблю. Рыбка – это вкусно. Рыбка – это классно. Вот такой вот добавляла соус краснодарский. Ну, он у меня только что в баночке, такой же самый. Все, тушится. А я буду чистить картошечку. Надо будет делать пюрешку еще. Рыбка готова. Я ее переложила. Картошка готова. Вот такой вот готовый глинтвейн. В кастрюлечку. Чуть-чуть подогрела. Апельсинку. И все. Горяченькая. Парует. Видите, как парует? И сюда. Я не хочу, чтобы у меня эти попадались. И в термос. И гулять. Вот так.
Вот так. Можно, конечно, ой, зацепилась. Можно, конечно, и там готовые купить. Ну, зачем? Так, раз, два, все. Порует. Видите, как? Такой пробочкой хорошей. Пробочка хорошая. И крышечка. Все, на природу я готова. Идемте посмотрите, какой у нас красивый парк. Еще снега там навалом. Так что прогуляйтесь вместе со мной. Посмотрите, как это красиво. Зимняя сказка. Что еще надо для счастья? Горячий напиток, рядом горячий мужчина, и мы в Африке. Он, пожалуйста, пальмы, фламинги, дельфинки. Негров нет, они замерзли, одни мы. Да, я тут рядом.